Что у нас сегодня, Таня? У нас козюли, у нас его уши. Да, у нас вот такие желейные козы из носа. Вот, я расскажу. Это такие, это такие козы, что аппарат на козу в путешествие. Чтобы отправлять козу в путешествие. Ну да, а еще у нас машинка, которая издает всякие неприличные звуки. Да, и вот такой вот набор уродцев. Я вам покажу, как она ездит. Она... Подождите. Это видео не для взрослых. Вот, потому что тут действительно эта машинка, которая... А покажи, куда ты нажал машинке, что она издает такие звуки. Это на эти, на колыши. Так, а это же машинка, которая еще открывается. Ну покажи, где она открывается. Давай, давай, давай. Что у тебя там, Даниил? Тут всякие кнопки, которые дают непонятные звуки. Так, а какие же звуки? Это унитаз, который что делает? Ой, он сливает что-то. А там еще есть душ для собачек, для уродцев. Вот, вот таких вот. Вот. Так. А какие еще звуки издают? Вот собачка типа сюда заходит и хочет помыться. Водичка включается. Ой, что-то не очень. А вот у нас еще... Ой, кстати, еще не важно. Вот какие неприличные звуки издает твоя машинка. Это мухи налетели, да? Это такие мухи налетели. Они так делают. Не, они делают так. А ну. Еще раз. Вот теперь эта собачка. Собачка-уродец, у нее, наверное, что-то там в ротике не симпатично. Амчу, это больная собачка. Это... Он откусил свой хвост. Он откусил свой хвост? Ничего себе. Дай мне вытягивать... Ну давай, будем открыть. А ты скажи, кто тебе подарил эту замечательную машинку, Даня? Что мама. Крестная мама тебе подарила эту машинку на день рождения. Мы попросили такого плана машинку, и вот был такой замечательный подарок. Вот машина закрывается. Мы сейчас можем наверх поставить набор уродцев, кого-то за руль посадить. Эта машинка стала хитом в Данечкином в садике. Вот, перед тем, как нести в садик, мы, конечно, спросили у воспитательницы, нормально ли к этому отнесутся родители. Она сказала, вполне нормально. И на целую неделю... Не нормально. Не-не-не, она сказала, нормально. И на целую неделю машинка стала хитом, хитовой игрушкой в садике. Да? Ну все, открываем теперь козюли машина, давай. Да, козюли машина. Так, мы такого еще не видели. Это Данин первый опыт. Ты сам или тебя помочь? Какие? Ой, они такие. Вот такие. Какие они на ощупь? Не, они какие-то липучие. Ой, боже, это точно как... Ой! Вот оно вот так вот выглядит. Даня, ты хоть в рот не бери это. Ой! Ого, как они растягиваются. Две козюли нести. Это ужасные козы. Вот они у кого-то, кто не высмаркивается, то они вот будут вот так вот торчать из носу, да, Даня? Мы будем стрелять. Давай больше спевать. Не-не-не, вот по этим. А ну давай еще. Так. Ой, она прилипает, эта козюля. Пью. Да что ж такое, не получается стрельнуть как надо. Тишу, не попало. Так, а ну-ка, коза, давай, прямо в нос. Пью. А ну-ка, коза, да. Пью.
Я всех победила. Да, Анька, ты победила всех уродцев. Ну, молодец. А видишь, оказывается, есть серия Pet Shop, а есть Ugly Pet Shop. Ой, я думаю, что на себе не стоит показывать. Это ужасно. Интересно. Нет, это видео не для взрослых. Это видео только для детей. Мы тут немножко за Нелем поэкспериментировали. А оказалось, что если козюлик, эту козу желтую, Таня, не шморгай носом, если эту козу бросит на стенку, то вот она так вот, ой, вот так вот сползает. Это ужасно. Тунч, тунч, тунч.